Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб, и мы сегодня опять-таки поиграем в игру под названием Schoolboy Run Away. Run Away, то есть стелс. Мы будем по стелсу сматываться. Ну, это версия 3.5.1 на легком режиме. И сейчас, ага, рекламочка. Рекламочка хоррора еще от разработчика. Метель, может, к ней тоже как-то еще вернемся. Значит, сейчас нам наша задача сегодня... То, что мне не нравится. Хочу жить свободно. Свободу захотел малыш. Малыш маленький захотел свободу. Честно говоря, я не знаю, какая тема сегодняшнего видео. Но сейчас поначалу я позвоню на поиск. Одну минуту. Одни инвалиды в команде. Маму отвлек. Так, мама пошла. Вышла? Или на порог всего лишь? Я хочу сегодня поизучать игру, посмотреть, какие тут комнаты есть, более подробно, постараться, как у меня это выйдет. Не уверен, что у меня что-то сегодня выйдет именно пройти. Но я вот поизучаю, может где-то какие-то вещи найду. С кубиком мне так никто толком ничего отобразить название цветов. А, это для дальтоников сделали, о-о-о. Что-то тут красный. Крутить надо как-то. Это какая-то подсказка, какой-то шифр, да? Сбросить. Какой-то шифр, верняк какой-то шифр. Опа, зарядка. Нашел. Зарядку вот только что на полке. Зачем она нам? Тоже не ясно. Так, лампочки можно. Лампочки нельзя. Так, мы сегодня... Наша задача попытаться поизучать игру в плане... В плане каком? В плане комнат неохота посмотреть. Сказали, можно у отца за спиной тоже прокрасться. Так, тут открывается? Открываю. Свет можно включить? Подсветка. Подсветочка. Ключи от машины. Опа! Ничего себе. Это может... Цветок? Смотрите, он дергается. Цветочек дергается. А чё он дергается? Тетради дергаются. А я могу поднимать тетради? Чё не подпрыгивает? Смотри. Ого, вы знали это? Цветок тоже подпрыгивает. Вы это знали? В кладовой нет лампочки. Заперто на ключ. Но этот ключ не подойдет же. Ключ не подходит. Так, мы в туалете изучаем. Тихо, не шуметь. А может быть, мы можем специально пошуметь? Что-то такое. Это у нас порошочек. Опа, стиралочка. Стиральный порошок. Опа, какой-то... Лампочка? Решетка прикручена на винты. Лампочка там какая-то. Ой, какой грязный. А можно помыть? Поднять крышку? Помыть можно, вот есть вантус. Нет, не берет. О, это же можно открыть. Такое стекло грязное. Шторки. Можно за шторки заныкаться. Это рабочая схема, чтобы заныкаться за шторки. Швабра. Бросить. А мы можем кому-то ловушку сделать? На швабру, чтобы наступил? Ха-ха. Бросить, выйти. Подождите-ка, мне это нравится. Механика это нам. Так, сбросить. А, нет, видимо. Тут какой-то шуруп. Винт, понял. Швабре надо будет что-то открутить. Винт. Пойду полью цветы. Так, мама сваливает. Это хорошо, потому что у нас следующая комната. О, открыл ящик! Спрятался. Она спалила. Найдут меня? Душ приму. Шампунь. Hand and shoulders. В шкафу меня ищут. Ну ищите, ищите. Я посижу в ванной. Спрятался. У меня зарядка, ключи от машины, порошок. А долго они будут меня тут искать? И заметят ли они меня за этой... Ау! Я в ванной сижу, ау! Тупо на нычках. Засел себе. Звук слышите? Дай только знать, где ты находишься.
Я думал, можно взять швабру, поставить, чтобы он на нее наступил, себе бахнулся, но, видимо, такая механика здесь не предвидена. Они зайдут сюда? Или будут меня долго и будут меня искать? Или по своим комнатам разойдутся? Шкафчики надо было позадвигать в коридоре. Моя ошибка. Тогда бы мама пошла бы поливать цветы, я бы пошастал бы у нее на кухне, там поискал что-то тоже из предметов. Порошок, ключи от машины, зарядка. Пока что вроде как ходят. Да забей ты уже! Он пошел футбол смотреть? А мама? Они сбились, они меня больше не ищут. Это можно открыть, закрыть. Попробуем выйти из... А мусорка это? Опа, подождите-ка. Что там? Какая-то баночка. Ну, по-моему, все спокойно. Мама пошла поливать цветы, если я правильно понимаю. А как мы это можем проверить с вами? О, а можно что-то в обуви на... В тапки нассать, можно? Дверь открыта у бати. Сидит там. Сидит, смотрит. Так, а мама? А я говорил! Мамы нет, значит, мама в своей комнате. А я... Черт, пейджер. Пейджер! Батин пейджер сработал! Так, а что мы хотели маму попробовать? Закрой. Ага. Попробуй. Попробуй маму отвлечь. Хочу зайти в ее комнату. Но она же сейчас на улицу уже не выйдет. Такое себе. Надо что-то дождаться, пока она пьет цветы. Это даст нам больше времени. Так, а что у нас тут есть? Эти книжки, кстати, не подпрыгивают. Под кровать можно залезть? Нельзя. Так. О, она стоит довольно далеко. Какой-то был. Какой-нибудь пальто. Так, как тут как-то... Или кондиционер, крышки поснимать. Блин! Уходим, уходим, мамка. Мам, простите, простите, помогите. Пощечину мне, на! Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел! Так, мы на кухонке. Можем ли мы в это время... Что-нибудь тут поизучать. Так, где тут какой-то кондиционер? Писали же мне. Кондиционер, окно. Кастрюльки я... Пооткрывал я или были открыты? Телевизор. Вентилятор, может быть, можно отключить. А как... Подождите, мне что-то писали про кондишн. А вытяжку, наверное, отключить. Вот дурак. Вытяжку, наверное, имелось в виду отключить. Пар будет идти. Будет тут очень вонь, и он откроет окно. Возможно так, возможно так. Но надо дождаться, чтобы... Интересно, мои вещи, которые я нашел. После того, как мама меня вот заставила шваброй кухню драить. Давай, давай! Кстати, вы заметили, какая кухня засранная? Ужас, сколько пятен на полу. До чего мама кухню запустила. Ну и папа в том числе. О, пока меня не припахает. Молодец, иди к себе в комнату. Я еще зайду проведать тебя. Эх. Ну ладно, опять рекламочка. Ну ничего. Ну ничего. Переживем. Закрываем. Значит, что мы можем сделать? Ага, значит, наши вещи все-таки остались здесь. А... Так, как? Какой идиот снял крышу со сковороды. Мама заметила. Держи. Она подумала, что это я. А я учусь. Я ничего не снимал. Делаешь вид, что учишь уроки. Вот блин, мама злая. Это ты пинаешь. Последняя жизнь. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. То есть, если ты просто открываешь крышки, она это увидит. Надо обязательно успеть открыть, скорее всего, как я думаю. Надо обязательно отключить эту вытяжку. Вытяжку отключить. А потом открыть крышки. Она придет, вонище будет, откроет окно. А разве тогда она меня не наругает? Ну, можно подумать, что она как будто бы меня словила на кухне. Она знает, что я там был. И поэтому она посчитала, что это я крышки пооткрывал. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Ну хоть что-то у тебя получается.
Давай бегом за учебник. Капец, лето на дворе. Какие учебники? Угомонитесь, родаки. Вы что, с ума посходили? Дайте погулять человеку. Дайте человеку порезвиться, погулять чутка. Так. Так. Значит, что мы можем с вами сделать? Ну, можем ее подразнить, а можем ее... Как бы какие-то еще варианты у нас есть. Мы сегодня за кухню взялись. Подожди. Ладно, вообще. Нужно устроить дымовую завесу. Ну забейте уже! Попробуем. Дымовую завесу. Она возвращается. То есть мы только что с вами видели. Отключил вытяжку. Поснимал крышки. Что будет? Проверяем. Так. Как так? Кто мне выключил вытяжку? Я. Это не я. Вот так ты учишь уроки, значит? Блин, да как так? Ничего не вышло. Сколько можно повторять? И батя меня отдубасил потом ремнем. Ничего не вышло. Она не открыла окно. А как мне сделать так, чтобы она... Вот же как надо было более бдительным и хитрым. С такими навыками все, что я могу, это только получить ремня по заднице. Время. Уровень сложности. Ну, типа, заново нажать можно. Но, а что я сделал не так? Вытяжку крышки снял, вытяжку отключил. По идее, жарко. По идее, должна открыть окно. Она окно не открывает. Очень странно. А я могу сам открыть... Это же несправедливость. Теперь сиди, учи уроки. Из-за какой-то училки. Так, подсказки. А, все, у меня предметы все пропали. Так, еще один момент хочу попробовать. Один. Батя сидит. Сказали, что за его спиной можно сделать подкрадули. И он не увидит ничего. О, так, это работает реально. Это я проверил. Так, что тут у нас есть? Свет можно включить? Вот так получше. Так, что здесь? Какие-то флаконы. Заперто. А где найти ключ? Подарочки какие-то, духи всякие. Ну это родительская комната, понятно. Опа, фотография. Мама. Сбросить. А, отмычка какая-то вон. Откуда? Я ее там достал? Пробуем. Куда ж ты? И чё там? Вскрыл. И в чём прикол? Там ничего нет. Карандаши какие-то. Зачем я тут мычку потратил? Вообще не понял. Ещё фотография. О, батя! С мамкой. Одни инвалиды в команде. Так, цветок, бокалы. Они чё, прям в комнате подбухивают? Бокалы у них тут. Телефон. А тут батя... Не понял. Ночнушка мамина. Ноутбук. Смотрите, там трусики мамины. Или что это? Салфетки. Презервативы. Вот это я нашел. Салфетки, презервативы, смазка. Ну, взрослые вещички всякие, понятно. Для спортика. Так, что тут еще есть такого? А шкаф? Нельзя в шкаф прятаться. Еще мамины одежки. Папины. Сейф! А! Синий, белый. Тут надо под парапсикл отобразить название цветов. Ага, это, судя по всему, этот сейф нужно открыть, используя кубик Рубик. Шторы не открываются. Могу ли я в шкаф зайти? Могу закрыться. То есть, если, допустим, папа придет, я могу закрыться, когда телефончик будет звонить. Будем понимать этот момент тоже. Светильники не включаются, розетка. А что тут можно найти? Ну, ничего я не вижу здесь ценного. Каких-то предметов ценных я не наблюдаю. Но я должен был сюда зайти поизучать. Окна тут закрыты. Как-то надо заставить почитать в интернете, как заставить маму все-таки открыть окно. Так, ладно, свет отключаем.
Папа очень... Вот я бы показал, как надо. Футбольчиком увлечен. Свет не включаем. Свет не включаем. Так, ну иду в туалет сразу. То есть в туалете есть самые нужные нам предметы, получается. Так или не так? Надо пойти полить цветы. О, это надолго. А все мимо. Теперь тут какой-то другой предмет. Там раньше была лампочка. Теперь другой предмет. Видите, по-разному. Каждый раз... Это какая-то тряпка грязная. А ее можно постирать? О, можно. А порошок у меня тоже есть. Ой, ну здесь добавил порошок. Надо полить цветы. Так, что здесь? Мы с вами поняли. Это можно скрыть, поднять. О, можно сюда... Даже вот тут. Ужас! Нужно устроить дымовую завесу. Упс. Шум из ванной. Арбуз. Нужно срочно вернуться в комнату. Я арбуз жру! Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Съел весь арбуз, не пофиг. Пойду гляну, кто там мне пишет. Дымовую завесу. Но дверь была открыта! Черт, не надо было ее трогать! Ну, держи! Я со стулом заныкался. Что-то здесь... Ух ты, подлец! Куда делся? Я за стулом! Давай. Ага. Думал, я не замечу открытую дверцу! Какую-то дверцу упустил! Тук! Родаки! Думал, что я не замечу! Родаки с ума сходят уже! А я сижу за... под столом, почти. Наш сын прячется где-то! Ух, паразит! Паразит! Ну и кто будет меня еще тут найдет? Тут у меня тут это самое. Интересно, какое оно окно откроет? Это, наверное. А ну, стой! Блин, сколько дыма! А так, пощечину. Ладно, давайте я почитаю в интернете. Пошел, чтобы ни немножко поиграли. Цель моего видео была какова? Чтобы немножко разобраться в доме самом. Поэтому можно залазить наверх. Наверное, да. А тут нету под... А, надо... Ага, надо реечки. Швабры, может быть, как-то. Почитаем еще этот момент. Почитаем. А тут какое-то окно, оно должно открыть, когда будет очень большая дымовая завеса. Это надо тоже все вычитать, когда именно нужно эту вот дымовую завесу устраивать. Но она как-то меня обвиняет в том, что... Что я это все дело там делаю. Сразу бежит ко мне, меня ругает. Видимо, очень маленькая была... Кстати, ключи от машины. Что-то в машине еще может быть. Короче, буду читать гайды. Жди следующего видео. Можете, в принципе, подсказки писать, но я уже в интернете полно всяких прям текстовых гайдов. Собаку надо накормить, я так понял. Все, всем пока-пока.